В ходе брифинга заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях, начальник отдела организации оперативной службы МЧС ДНР, подполковник службы гражданской защиты Виталий Зарубин сообщил, что за прошедшую неделю в республике произошло 96 пожаров, из-за чего 8 человек погибло. Ущерб от возгораний составил более 600 тысяч рублей. В одном случае 28 октября из-за активных боевых действий донецкие огнеборцы не смогли подъехать и приступить к тушению пожара по улице Зеленый Гай Петровского района города Донецка. Всего с начала года подразделениями МЧС ликвидировано 98 пожаров вследствие артобстрелов. За неделю обезврежено более 93 единиц взрывоопасных предметов, а также проведено обследование более 23 гектаров различных территорий. По данным гидрометслужбы МЧС, в ближайшие выходные и в конце следующей недели без осадков. Температура воздуха ночью около 0, днем 3-8 градусов тепла. В первой половине следующей недели ожидается дождливая теплая погода. Ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла. Кристина Крымова, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.